В Турции в ходе антитеррористической операции ликвидировали более 20 членов рабочей партии Курдистана. У террористов изъяли десятки самодельных бомб, ручных гранат, гранатометов, автоматов и боеприпасов. Отмечу, что сразу в 7 юго-восточных регионах страны ввели круглосуточный комендантский час. Уже более полугода силовики проводят там спецоперацию против сторонников РПК. Ее боевиков власти обвиняют в совершении терактов. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что с июля 2015-го были уничтожены более 5000 курдских повстанцев. При этом, по данным правозащитников, жертвами вооруженного конфликта стали сотни мирных жителей.